Важным вопросом международного взаимодействия является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из договора ограничения ракет средней и малой дальности. С учетом мировых тенденций, востребованность этой организации сомнений не вызывает, как я сказал. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Ну, возьмите хотя бы обычный вопрос назначения генерального секретаря.